депутат Гунько, «Батьківщина». Депутатське звернення. Начальнику Жовтоводського міського відділу поліції Смирнову. Звертаю вашу увагу, що за останній місяць на 4-му та 5-му округах скоїлось 12 випадків пограбувань помешкань громадян. Тільки в 4 випадках люди зверталися до органів правопорядку, решта не бачить в цьому сенсу. Люди не вірили міліції і ще не вірять поліції. Та й вірити особо люди не бачать кому. На цих вулицях, в цьому окрузі люди не бачили поліцейських, не бачили міліції. В умовах повної відсутності освітлення в темний період доби та безкарності злодії нахабніють. 19 грудня відбулися збори громади в цих округах, на який нам вдалося після декількох спроб запросити робітника поліції дільничого. Він з'явився на збори і відповідав на ті гострі запитання, які ставилися йому. Але що він може зробити один? Округ здоровий. Звертаюсь за дорученням громади до начальника Жовтоводської поліції з вимогою оприлюднити маршрути патрулювання міста і при необхідності скоригувати ці маршрути з урахуванням тої криміногенної обстановки, яка склалася на сьогоднішній день. І друге, взяти під свій контроль розслідування цих випадків і теж по результатах цих розслідувань повідомити громаду. Дякую. Ситуация в городе с преступностью катастрофическая. Ситуация развивается уже, я понял, по неуправляемому сценарию. Здесь есть представитель правоохранительного органа? Подойдите, пожалуйста, к картину. У вас есть 7 минут доложить общественности, жителям города и депутатам, что происходит в городе, какие резонансные преступления произошли, какие действия предпринимаются со стороны правоохранительных органов и куда мы вообще двигаемся дальше. Потому что идут у нас грабежи, у нас кражи идут, люди обращаются ко мне, они готовы уже создать отряды самообороны. То есть люди заменят вашу функцию тогда правоохранительную или как? Что происходит? Доложите, пожалуйста, потому что это интересует всех. Вопрос освещения улицы, это не к нам, я понимаю, сейчас самые длинные ночи, самые короткие дни, поэтому тем не рано. И святая Божья. Значит, то, что касается преступности, в целом стабильность преступности, если можно так назвать, по сравнению с прошлым годом рост преступности есть. Регистрация, количество обращений граждан и предприятий сейчас выросло по сравнению с прошлым годом месяцами. По сравнению с там, летними или весенними месяцами, ну, там уже своя, скажем так, сезонная норма есть, или как бы разные цифры, их сравнивать тоже сейчас нельзя. Ну, по округам, чтобы округ доложил, 4-5 округ, ну это, честно говоря, я даже не знаю, что это за улица, где они находятся. То есть вы считаете по округам, как по избирательному округу, да? Ну, а у нас как бы деление идет по улицам, там, по площадям. Ну, я просто не знаю, где это даже. Речь не о делении на округа, речь о росте преступности в городе. Ну, я же говорю, есть количество регистрации увеличено по сравнению с аналогичным режимом прошлого года. Сейчас по раскрываемости, да, работаем, да, есть много преступлений, которые не раскрыты. Есть раскрыты, но находится в стане судебного следствия. За совершение не тяжких преступлений люди просто не задерживаются, остаются на свободе и продолжают совершать преступления дальше. По тем тяжким, которые были совершены, которые раскрыты, люди задержаны, они дальше преступления не совершают. Вот. В чем вся суть? Все вот эти преступления, которые по грабованию,
получается, кражи из домовладения. Это сараи, это летние кухни, это какие-то там, может быть, нежилые дома. Да, по ним есть, по ним воспроизведены 85-е, 3-е, мы сейчас работаем в этом направлении. Я честно не знал, что сегодня я буду докладывать, может быть, на ту линию. Вы должны каждый день быть готовы доложиться о ситуации криминогенной в городе, в путях, для того, чтобы для ее не запрощить. Каждый день.